В принципе, для нас это первый опыт такого мероприятия, поэтому, в принципе, все нравится. Получился стенд, ну, как мы думаем. Мы бы его доработали, но хорошо получилось. Вот, поэтому, в принципе, довольны. Хорошая публика, интересные люди. Удалось много с кем пообщаться, много с кем познакомиться. Год прошел для нас, я считаю, просто отлично, потому что мы удвоили все свои показатели. Много очень было надежд на этот год в плане развития, потому что мы там только-только выходим на рынок, компания молодая, но у нас было много амбиций, и все они подтвердились. Мы подтвердили там свой профессионализм именно в разработке. С этим качеством мы вышли дальше к клиентам и развили клиентскую базу. И, соответственно, у нас есть, опять же, амбициозные планы на следующий год по не только удвоению, а там геометрической прогрессии расти. И я думаю, что также с помощью как раз-таки конференции мы привлечем там новых партнеров и будем развиваться дальше. Как вам чувствуется, сектор будет развиваться. Это в любом случае, я просто не думаю, что будет также развиваться e-commerce, потому что о нем было мало сказано, но это тоже такая одна из отраслей. И мы, в принципе, тоже со своей стороны смотрим, что мы можем как-то совместить нашу деятельность с e-commerce. Вот, а в принципе, ритейлеры крупные, они никуда не денутся, потому что привычка людей ходить в магазины, она останется всегда.